8 апреля исполняется 120 лет со дня рождения народной артистки СССР, советской и российской оперной певицы Марии Максаковой. В разные годы Максакова являлась солисткой Большого театра в Москве, Мариинского в Ленинграде. Коллега певицы по Большому театру, известный певец Сергей Лемешев, неоднократно отмечал: «Ей никогда не изменяет художественный вкус». Еще во время своего дебюта в Москве Максакова поразила нас особым вниманием к слову. У нее была не просто отчетливая и ясная дикция, а истинно драматическая выразительность фразы, наполненной внутренним борением страсти и ревности. За 30 лет сценической деятельности Мария Максакова исполнила множество центральных партий, а именно «Марфа» в «Хованщине», «Мария Мнишек» в «Борисе Годунове», «Ганна» в «Майской ночи» и, конечно же, легендарная «Кармен».